Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и я, Эдуард Петер. Утро хмурое, утро туманное. Дело в том, что после двух солнечных дней начинается череда, скажем, дней 10 будет дожди. Ну, с перерывом, но все равно неприятно. Поэтому, как я и обещал с вами, будем работать дома, будем работать с подручными средствами. И сегодня, как я тоже говорил, будем снимать на черном фоне. То есть, здесь у нас сейчас стоит бокальчик, ну не с вином, а вот это у меня малиновый такой напиток, чтобы он не газовал, я из него газ ложечкой вытравил. Положил розочку сюда под цвет и на гладком фоне, то есть это я получил в подарок опять стол такой журнальный, а он был, состоял из трех вот таких пластин, стеклянных, черных, как раз то, что нужно. И чтобы у меня не отражался этот фон, я куда-то затетюрил свой вельвет. Поэтому приходится просто вешать тут маечку черную мою. Так. Все, кажется, хорошо. Но тут, дорогие друзья, фонарики нам не помогут. Потому что даже отраженным светом снимая, мы получим что угодно, но не отражение такого софтбокса. Мне хотелось бы все-таки сделать такую узкую полоску. И то, что я вам показывал, разрезал и так далее, в этом случае это мало поможет, потому что нам надо освещать сразу все. Поэтому мне пришла в голову такая идея. Я взял свой iPad. Так, ну-ка, видно. Вот, взял iPad'ик. И у меня здесь есть вот такой редактор. Рисовать здесь можно. То есть на белом фоне он же еще и светящийся, правильно, да? Вот, и я на нем нарисовал вот такой софтбоксик. Вот так. И я его поставил вот сюда. Не знаю, вам видно или нет. Сейчас я посмотрю. Да, видите? Вот он получился. Но потом мне показалось, что он довольно-таки узковатый. Поэтому я сделал пошире, нарисовал. Ну, что тут рисовать пальцем-то? Да? И вы видите, что у меня все освещается. И розочка, и получается тот блик, которое нам нужно. Ну и теперь давайте выключать свет. Я могу это дело поставить на подставочку. Вот так. Сейчас мы выключим свет. В этот раз я водить ничего не буду. Я просто засеку время. Это где-то 5-6 секунд. Как показала практика, выключаем. И поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну-ка. Да, вот все и получилось. Пойдемте теперь в Photoshop. Ну, я сделал больше, конечно, этих снимков, чтобы можно было выбрать из них. Да? Пойдемте в Photoshop, посмотрим, что там получилось. Так, ну давайте посмотрим, что мы тут наснимали. Так, вот роза здесь хороша, честно говоря, но все ушло там в темноту. На всякий случай отметим ее. Так, тоже вот совсем неплохо. Это пересвет. Теперь здесь нормально. Самое лучшее это вот. Давайте мы ее возьмем. А остальное уже подделаем. Угу. Хорошо. Что у нас тут? Да, придется тут кое-что под
открутить. Но все-таки я возьму вот этот, вот этот и вот этот. Все три возьму. Скажу, что у меня рейтинг вот такой. С рейтингом открыть. Скажу, давайте открывайте рейтинг. Вот. И я хочу это дело в стекинг. Сценарий загрузить в стек. Добавить открытые файлы. Попытаться. Угу. То есть розу мы берем отсюда, это однозначно. Да? Потому что... Хотя... Это тоже неплохая, но это, мне кажется, лучше. Так, и где у нас листочки светятся хорошо? Вот здесь, да? Так, пока отключим. Давайте черный и пройдемся здесь. Вот так. Вот. Нет, здесь это не надо делать. Хорошо. Это можем уже вместе слепить. Теперь посмотрим, что у нас здесь. Ну, не знаю. Как бы вот этот мне не особо нравится. Сейчас я посмотрю еще, ребят. Подождите. Погодите, погодите, открыть. Может быть, есть лучший. Где-то лучше. Сейчас еще раз откроем. Бокал, я имею в виду. Вот бокал неплохой. Так, да, вот такой, к примеру. Я имею в виду вот эта часть, ребят, правая часть. Мне активно не понравилось. Вот, вот это, наверное, это лучше будет. Короче. Хотя она у нас была открыта. А что она мне понравилась? Секунду. Лена. Ну да, я рано ее это. Хотя вот тут. Ну, попробуем сейчас. Как это будет лучше, нет ли? Вот так. Ну, вот так. Допустим, да? Теперь мы ее сейчас выберем. Так, я надеюсь, что она... Ровно стоит, да, она стоит ровно. Теперь возьмем заданное. Я хочу, чтобы отражения были. Вот так сделаем. Скажем, изображение кадрировать. Вот. А тут мне пришлось подложить, чтобы она не опиралась листочками на... О, на зеркало, на это черное. Поэтому здесь мы сейчас с вами... Ой. Закрасим. Так, аккуратненько. В чем дело? Далее здесь закрасим. Так, тут тоже.
здесь. Но вообще самое простое, ребята, это чтобы не муздыкаться так, мы сейчас сделаем следующее. Черным заполним. Вот так. И теперь черную маску сюда. Аль, зажимаем. Динс. А остальное нам остается белой кисточкой. Белой кисточкой пройти здесь все. Где у нас друг? Попались какие-то. Несуразно. Оп. Здесь не будем. Угу. Ну вот, вот здесь надо поправить. Самое лучшее это сейчас мы соединим и сделаем пересвет. Тогда мы сразу увидим, где что. Конечно, видим. Угу. Здорово. Ну, пройдем здесь так это аккуратненько. Ну, ясно, что при таком пересвете никто смотреть не будет. Поэтому убираем только такие жесткие вещи. Так. Вот так. Окей. Так, потухла сразу картинка, да? Давайте-ка мы ее сейчас подкорректируем. Так. И теперь наш этот здесь высветлим, где нам нужно. Ну а здесь нам не нужно. Зачем нам здесь? Вот только в этом плане. Вот тут подсветить чуть-чуть. Ну вот тут. Да? Угу. Но здесь нам тоже придется немножечко походить с этой штукой. Так, ну и напоследок, ребят, мы вот тут поправим еще, ладно, вот это вот, ну как бы нам нужно это, вот эту часть нам нужно прорисовать, вот. Я такой, чтобы помельче сделал. Как бы, мне кажется, это слишком большой блик будет. Вот так. Здесь тоже вот так. Это сюда. Ну и здесь что-то перебор, мне кажется. Вот так где-то. Да? Сейчас она у нас заиграет.
выделить область, ну, пускай один будет, да, и заполним ее белым. Вот. И чуть-чуть приберем. Ну, там заполнили. На новом слое я недаром сделал новый слой, чтобы в случае чего я мог бы прибрать это дело. Вот. Так, вот так вот. Угу. Ну, кто нам мешает еще и вот здесь повести. Здесь мы сделаем немножко по-другому. Мы пойдем в кисточку и скажем, что кисточка у нас будет всего, ну, скажем так, пиксель 6, да? Посмотрим. Так, дальше. Мы скажем, что заливку контура, обводку контура, да? Я уже забыл, заливка или обводка? Обводка, кисть, имитировать нажим. Ага, понятно. Ошибочка вышла, извиняемся. И еще раз. Обводку контура. Имитировать нажим, что она никогда не делает. Вот. Ну, мы можем это сделать тем, что возьмем сейчас маску, возьмем черную кисточку. Вот так вот. И таким образом мы имитируем нажим. Единственное, что вот так сделаем. И тоже приберем чуть-чуть. Вот так. Ну что ж, дорогие друзья, вот на этом мы с вами закончим. Тут бесконечно можно делать, да, то есть можно вот так пройти, еще вот отсюда, пройти вот сюда. Да? Сказать тоже на новом слое. Выделить область. Нет. Сказать, что выполнить обводку контура, кисть. А, в это время мы кисть уже изменили. Так, кисть на 7 пикселей сделаем, жесткость сделаем я. Окей. И теперь можем сказать, первым берем, выполнить обводку контура. Он скажет, окей, окей. Вот, кликнем сюда, уберем. Ну и здесь, естественно, мы сейчас тоже с помощью кисти и вот так сделаем, смотрите. Так мы делаем как раз то, чего программа не хочет для нас делать. Вот так. И тоже чуть-чуть приберем. Вот так. Все, дорогие друзья, мы с вами смогли с помощью очередного. То есть это может быть даже ваш мобильник, если у вас нет iPad. Мобильник, и в то же время мы получаем то, что обычно делается в студии, правильно? Давайте мы еще немножечко откадрируем. Так, я сейчас соберу все на месте, вот так. И немного откадрируем. Мне кажется, оно широковато. Так. Как вам такое, Илон Маск? Ну что, всего доброго. Я говорю, вы можете продолжать тут доводить. Допустим, можете вот этот край сделать более четким, да? Сейчас мы с вами его тоже сделаем. А то как-то, ну, не совсем. Вот так.
Вот то же самое, не забываем кисть. Уменьшаем до 7. У меня это 7. Так, далее. У нас белый стоит, да, и мы говорим, что на новом слое. Окей. Убираем, вот тут кликнем, вот убрали. Так. Так, немножечко поправим. И то же самое с помощью маски. Делаем следующее. Теперь опять увеличиваем. Так. И вот так. Естественно, приберем. Вот так. Все. Все, дорогие друзья, на этом мы с вами закончили. Всем доброго. Ждите следующих видео.